в игрушку, которая называется Smiling X 2. Поставлю 14. Сейчас. Сумасшедший как-то смог сбежать. Секунду. После такой истории я потерял дар речи. Андрей надеялся, что я никогда не узнаю о Эдуарде. Но этот психопат затеял ужасное. Когда его закрыли, он пообещал вернуться и отомстить. Андрей, мне страшно. А что, если он нас убьет? Коля, для начала нужно успокоиться. Эдик очень опасный и хитрый. И нам конец. Запретить. Играть. Играть. Я ничего не понимаю, в чем дело. Ты меня спрашиваешь? Вадик, долго объяснять. Коля, сидите тут и никому не открывайте. Я с ним разберусь. Андрей, может лучше по ним в полицию? Я ведь уже говорил тебе. Извините, но я могу только 15 минут записывать. Почему? Потому что... Hi, I'm Hari. Can you help me? Продолжение следует...
Yes.